Посмотри, что мы нашли. Это осенние опята невозможной красоты. Очень милые ребята. Летние опята. Но брать, конечно, не стали. Растут прям рядом с дорогой. Ну, пока что еще даже не успели в лес найти. Уже видно грибы, это радует. Нашли гриб. О, на рыжике похоже. На рыжике? Это, наверное, польский белый, но уже переросший. Мы его брать не будем. Уже немножко есть. Ощущение, что кто-то перекопал. Вот тут кабаны рылись, а тут был гриб. Не пожалели. Белый. Ну, сюда надо. Сюда. Если он будет чистый, я просто обалдею, потому что чистых белых мы в этом году не видели. Нос. Скорее. Ассистент, нос, нет, чудо не случилось. Такой холод. И все равно. Слушай, а шляпа вроде ничего. Сейчас. Ногу съели. Ногу съели. Сразу проверяем. Нормально, слушай. Нормально. Нормально. Головушку забираем. О, смотри. Нога. Пухлявая. А голову забрали. Значит, не мы одни такие чокнутые ходим по лесу. Пошел дождь, нам пришлось надеть дождевики. Там Катя идет. Пока улов не особо у нас, но мы все еще надеемся на лучшее. Что такое? О, не хочу такое добраться. Кто-то снегу у нас на прошлой неделе собирал грибы, а мы вот из воды. Все, что находим, все, слизни уже поели просто. Вышли мы из леса, ничего не нашли. Стало уже темнеть как-то в лесу. Дождь капает. Он не капает, он идет. Бьет. Идем обратно на станцию. Катюша никак не может угомониться. Все-таки уговорила меня еще по другой стороне дороги пройти. По лесу. Посмотри, что мы нашли. Это осенние опята невозможной красоты. Очень милые ребята. Ну что, все. Песенная рекламная пауза. Минутка песенная закончилась. Простите за вокал. Ну, такой есть. Я его оторвала, и так некрасиво стало, так прикольно. Все-таки чуйка тебя не подвела. Я говорила, надо, надо. Что на этой стороне дороги надо что-то идти. Можно найти. То, что совсем пустыми уезжать. Какой-то знак. Здесь грибов нет. Вот так и закончили мы свой грибной сезон 2023 года.